25 тысяч человек. На всех одна мечта. А вот еще один счастливчик. Правда, однозначное «да» 17-летнему Алексею сказала только Катерина фон Гечмин-Вальдек. 17. Учитесь? По музыкальному училищу и работаю в Тульской областной филармонии. Что будете петь? Я люблю тебя до слез. Давайте. Давайте. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как в первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Лепестками белых роз я наше ложе застелю. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Спасибо, я говорю да. Сразу и безоговорочно. Серьезно? Абсолютно. Это только она пока сказала. Она строя. Решает большинство голосов. А, извините. Я скажу нет. Хоть не хочу вас расстраивать. А я вам дам шанс. Вам 17 лет. Я вам дам шанс. То есть да? Спасибо, Саша. Да. Я вас поздравляю. Вы проходите. Встретимся в следующем туре. А можно руки пожать? Давай. А спасибо вот большое. Валерия в нашем месте плюнула в лицо. Ну ладно, ладно, плевать не надо, но... Шучу, шучу. Уф. Спасибо большое. Всего доброго. Вот и подошел к концу первый этап прослушивания более 25 тысяч участников. Сейчас их осталось 140. Но в самое ближайшее время... И это число сократится до 15. И именно тогда начнется самая захватывающая, интригующая борьба. Причем не только между участниками, но и членами жюри. И это правда. Категорию от 16 лет до 24 возглавит Катерина фон Гечмин-Вальдек. Конечно, они все замечательные. Они талантливые. Категория от 16 до 24 достается Катерине фон Гечмин-Вальдек. Наставникам дается всего 2 дня, чтобы сократить число конкурсантов в каждой категории до 5. Сами реально не знаем, что делать вообще. Мы еще пока. Петь или домой идти. Можно снять. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, как океан безбрежная, необыкновенная моя. Сейчас участники конкурса «Секрет успеха» готовятся ко второму заданию. Теперь каждый этап конкурса для многих из них может стать завершающим. Очень скоро число конкурсантов в каждой категории наставники сократят до 10. Свет твоего окна, есть он или нет, тот волшебный свет. Пока Катерина фон Гечмин-Вальдек совещается со своими помощниками, конкурсанты разошлись по разным комнатам. Перед Катериной стоит очень непростая задача. Ошибки недопустимы. В заветную десятку, которая продолжит борьбу в конкурсе, должны войти сильнейшие исполнители. Господа, простите, что нам понадобилось так много времени для того, чтобы принять решение. Принять это решение нам было очень непросто. Мы прощаемся с вами. До завтра. Алло, Саш, привет. Да, привет. Ну, как ты? А мне только что Катя звонила с угрозами. Говорит, собрала команду, супер. Я должен сказать, что вам с Катей придется туго. Что, хорошая, да? Есть над чем поработать. Мощная база,
выглядят очень хорошо. Так что держитесь. Почту за честь, Валерий, сражаться с вами на этом поле. Просто у тебя тоже, я так понимаю, одни дети. А как у тебя? У меня взрослые мужчины. Мы ни с кем не собираемся сражаться. Мы выйдем и победим. Ну, посмотрим. Ну, я не говорю за явным преимуществом, но, в всяком случае, зритель нас рассудит. Ладно, Саш, встретимся на поле боя. Дай бог, чтобы твои ребята побежали тоже. Обнимаю. Пока. Только 15 конкурсантов, прошедших жесткий отбор во втором туре, смогут побывать в гостях у своих наставников. Здравствуйте. Во втором туре настал решающий момент. Участники готовят очередное задание, по результатам которого в каждой категории определятся пятерки счастливчиков. Здесь царит волнение и напряжение. Поверьте, что за несколько дней общения жюри и конкурсанты сблизились настолько, что сделать выбор чрезвычайно сложно. Но Катерине Гечмен-Вальдек все-таки придется сделать этот выбор и сократить количество участников до 5 человек. Задание для молодых исполнителей не из легких. Им придется петь песни из репертуара самой Аллы Пугачевой. Но вопреки законам сна, скай не кончится она. Еще одно задание – участие в фотосессии, которую провела газета «Комсомольская правда». Ты обычный блондин, обычный русский мальчик. Но именно поэтому мы тебя берем в нашу команду. Серьезно? Наш конкурс «Секрет успеха» продолжается. Напоминаем, что 15 оставшихся участников приехали в гости к своим наставникам. Именно сегодня решится судьба конкурсантов. Трое счастливчиков из каждой категории останутся с нами, будут бороться за победу, остальным придется вернуться домой. Я и претенденты из категории до 24 лет сейчас находимся в гостях у Катерины фон Гичмин-Вальдек. Ну, добро пожаловать. Здесь мы с вами проведем сегодня большую часть дня. Здесь мы сегодня будем обедать. А сейчас нам предстоит большая совместная работа. И мне очень тяжело будет принять это решение. Но, к сожалению, сегодня с нами должны остаться только трое. Перед тем, как приступить к заключительному прослушиванию, Катерина фон Гечмин-Вальдек дала ребятам возможность расслабиться в уютной домашней атмосфере. Каждый осваивался в незнакомой обстановке по-своему. Но, как гласит русская мудрость, делу время, потехе час. Ничего лучше вы не видите. Ребята, наша задача сегодня не столько петь, сколько познакомиться поближе. Поэтому пойте то, что вам близко, то, что вы любите, то, что вы поете дома. И пусть это, может быть, будет не очень вокально, главное, чтобы это было от души. Потому что главное для нас сейчас – это понять, какие вы люди, какой музыкой вы живете. Вот и спрятался день, вот и вечер затих, забрав мечты тепло. Хочу стать артистом, настоящим артистом. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. После выступлений гостеприимная хозяйка предложила ребятам подкрепиться. Вкусные блюда были явно не лишними. Во-первых, за обедом конкурсанты могли отвлечься от тревожных мыслей. А во-вторых, у них оказалась еще одна возможность пообщаться со своей наставницей, педагогами и стилистом в непринужденной обстановке.
Ну ладно ты. Ну ладно, ну чё? Прошел. Так. Ну давай лапу. Стоп, хватит. До свидания. До свидания. 25 тысяч человек предстали перед тремя судьями в национальном музыкальном конкурсе «Секрет успеха». Теперь участников осталось 9. В категории Катерины фон Гетчмен-Вальдек, Маша Новикова, Алексей Воробьев, Женя Отрадная. В категории Валерия Меладзе, группы «8 марта», «Королева», «Нота Фрейд». И в категории Александра Ревзина, Владимир Саповский, Алексей Кузнецов и Владимир Дыбский. Начинается решающая борьба. И победит только один. Кто же откроет секрет успеха? Ну что ж, Катерина, ваш ход. Кто сейчас из вашей номинации взлетит, выйдет на эту сцену, как будущая звезда российской эстрады? Я верю, что все зрители, вне зависимости от возрастной категории, будут голосовать за него для того, чтобы его улыбка озаряла эту студию каждую субботу. Встречайте, Алексей Воробьев. Ну как? Потрясающе просто вообще. Перед первым концертом Катерина фон Гетчмен-Вальдек пригласила Алексея Воробьева на мюзикл «Ромео и Джульетта». Я сегодня впервые стою на этой сцене, не как продюсер «Ромео и Джульетты». Это очень важно для меня представить вам сегодня здесь очень молодого, но очень талантливого человека. Давай, вас, удачи тебе. Спасибо. Это Алексей Воробьев. Извините, извините. Алеша поразил меня тем, что он весь второй акт проплакал. Я рыдал, как, не знаю, как маленький ребенок на самом деле. Это настолько трогательно было. Это просто было гениально на самом деле. Я думал, залью весь зал. И, ребят, вот просто для меня и для всех зрителей «Короли ночной Вероны» еще разок. Можно? Давайте веселее попросим за них. Может быть, никогда, может быть, навсегда, захочу с тобою рядом быть. Новые города, старые поезда и все. А нам нужно послушать мнение жюри. Катя, брось мальчика. Так лучше, спасибо. Я тебя поздравляю, на самом деле, он очень органичен, и мне кажется, что у него большое будущее. Спасибо. Спасибо. Действительно, парень очень гармоничный, и все очень здорово. Но над вокалом надо еще работать. Что на это ответит Катерина? Я искренне им горжусь. И я очень надеюсь, что зрительское голосование позволит мне оставить его в нашей команде. Мы с Тоной
очень на это рассчитываем, как можно дольше. Итак, те, кто хочет отдать свой голос за Алексея Воробьева, могут отправить смс-сообщение с поддержкой с цифрой 5 на номер 3370. Сейчас наступает торжественный и одновременно волнительный момент, так как пришло время подвести итоги первого смс-голосования телезрителей. Сегодня мы узнаем имя участника, который, увы, навсегда покинет наш проект. И перед тем, как объявить результаты, давайте узнаем, что ощущают наставники. Катерина, как вы себя чувствуете? Я молю Бога, чтобы в последнем зрительском голосовании сегодня не оказались два моих участника. На сцене все участники конкурса «Секрет успеха». Категория от 16 до 24 лет. Катерина фон Гечменвальдек и ее воспитанники. Женя Отрадная. Алексей Воробьев. И Маша Новикова. Наступает ответственный момент. Сейчас мы назовем имена тех, кто точно примет участие в нашем следующем концерте. Это Алексей Воробьев. Человек предстали перед жюри в надежде открыть секрет успеха. И только 9 приблизились к этой цели. Сейчас на сцену выйдут 8 из них. Алексей Кузнецов покинул конкурс сегодня утром. Борьбу продолжают. В категории от 25 лет и старше Владимир Дыбский, Владимир Саповский. В категории от 16 до 24 лет Женя Отрадная, Алексей Воробьев, Маша Новикова. И, наконец, в категории группы «Нота Фрейд», «Королева» и «8 марта». Мы снова возвращаемся в категорию Катерины фон Гичменвальдек. Катерина, представьте следующего участника. В свои 17 лет этот конкурсант успел побывать футболистом и охранником, аккордеонистом и призером Дельфийских игр, а также тренером по брейк-дэнсу. Встречайте, самый молодой участник конкурса Алексей Воробьев. Я в своем выступлении вижу достаточное количество минусов. И я понимаю, что мне еще нужно очень много работать. Но я приехал сюда, чтобы побеждать. И я просто так не сдамся. Алексей, я очень довольна тобой. Я считаю, что ты блестяще справился с заданием. И мне очень важно, чтобы ты не потерял этого настроя. Только так мы сможем победить. Я очень хочу, чтобы ты это понял. Ты готов к этому? Да. Поет Алексей Воробьев. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше, милой, все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты прекрасней всех на свете, королева красоты. Ты прекрасней.
Что за артистизм тебе полагается наивысшая оценка. А сейчас послушаем нашу многоуважаемую жюри. Валерий. В Алексее я вижу молодого Александра Ревзина. В узких брюках. Дерзок. И что за прическа? Что это за хохолки сейчас такие в моде? А это под Меладзе мы же делали, да? Конечно. Да какая птица без хохолка? Я не знаю, мне хочется придумать что-нибудь, за что бы поругать этого парня, но как-то не получается. Эх, вот на этом слове мы вас и ловим, Валерий. Поэтому... И с удовольствием передаю слово Александру Ревзину. Поэтому сейчас Ревзин поругает его наставника, чтобы было за что ругать. Не, на самом деле, Алексей очень органичный парень. Единственное, что он карикатура на меня. Но это другая вещь. А вот поете вы, и то, что вы делаете на сцене, достаточно убедительно, и вы очень органично. Спасибо вам. Что скажет Катерина? Вы знаете, господа, Алексею через 2 месяца исполнится 18 лет. Я очень надеюсь. То есть его могут забрать в армию, да? Я очень надеюсь, что это произойдет благодаря вам, наши зрители, и вашему голосованию на этом конкурсе. Пожалуйста, голосуйте. Лешенька Воробьев, волнуешься? Скажи, пожалуйста, свои добрые слова в адрес жюри и в адрес наставника, а может быть и поругай. Ну, на самом деле, спасибо огромное членам жюри, спасибо огромное наставникам. Я очень хочу остаться здесь, просто чтобы меня нашли за что поругать. Я надеюсь, я дам вам такую возможность. И телезрители дадут мне такую возможность, чтобы меня нашли... Да? Ну что ж, а тех телезрителей, которым понравился Алексей Воробьев и его выступление, я прошу присылать смс-сообщение с цифрой 7 по номеру 3370 или звоните по телефону 8-803-333-5507. И не забывайте, что голосовать вы можете до вторника, до 24 часов по московскому времени. И снова нашим конкурсантам предстоит сейчас пережить минуты волнения. Совсем скоро мы подведем итоги телефонного и смс-голосования. Итак, после сегодняшнего подведения итогов зрительского голосования конкурсантов останется 7. Я уверен, наставники очень переживают в эти минуты за своих подопечных. Катерина, каковы ваши ощущения в данный момент? Вы знаете, я бесконечно могу слушать песни своих конкурсантов, но я очень надеюсь, что благодаря зрительскому голосованию сейчас петь второй раз и мне придется. Итак, на сцене все участники конкурса «Секрет успеха». Катерина фон Гечменвальдек и ее воспитанники. Женя Отрадная. Маша Новикова. Алексей Воробьев. Наступает ответственный момент. Сейчас мы объявим результаты телефонного и смс-голосования. Итак, в нашем следующем концерте выступят. Алексей Воробьев. Утром конкурс «Секрет успеха» покинула группа «Not Afraid». Осталось 7 участников. Катерина должна представить нам следующего участника из ее категории. Я ни на секунду не пожалела, что на прослушивании сказала этому молодому человеку «да». И даже если бы в итоге мне досталась бы другая категория,
я бы все равно болела за него, потому что он необыкновенно талантлив. Встречайте, Алексей Воробьев. Это твоя первая боевая причина сейчас. Волнуешься? Да, чуть-чуть. Это хорошо. Главное запомни, что сцена гораздо больше. Ты будешь навсегда огромной. Главное не потеряться. И чем ты больше волнуешься, тем больше сидишь. Улыбайся, и это поможет. Но я тебе абсолютно уверен. Я знаю, что ты в порядке. Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне да люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших, ай, недостаточно красив. Мне входить не унывая, ай, мимо вашего села. Но только стежка полевая к вам навеки привела. Ничего не жаль для милой и для друга ничего. Так чего ж ходить вам мимо, ай, мимо взгляда моего. Я работаю отлично, премирован много раз. Только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:40 на кино. Из-за вас моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. А без вас я как без сердца, жить не в состоянии. На этой скамеечке, но послушаем, что скажет жюри. Валерий? Я думаю, что все хорошо. Единственная маленькая поправка. Леша не нуждается в бэк-вокале, он достаточно ярок. Итак. Александр? Вот к Леше у меня претензий абсолютно нет, особенно эти 4 волонтера сзади. Под танцовки сейчас была практически вся страна. Нет, сейчас для меня было очень важно. Я просто не знал, что Алексей очень прилично владеет инструментом. И это для него очень органично. Спасибо тебе. Спасибо. Катерина, я от души благодарю своих коллег и хочу сказать, поддержите Алексея Воробьева для нас всех. А я с удовольствием, да, передаю слово Алексею, который так тронул сердца нашего многоуважаемого жюри. Тогда я хочу поблагодарить прежде всего Екатерину за то, что она помогла мне как-то пройти это выступление совершенно без критики. Я благодарен членам жюри, благодарен всему залу на самом деле. Спасибо огромное за вашу поддержку. Я надеюсь, что сейчас, в этот момент, все телезрители, кто болеет за Алексея Воробьева, отправят смс-сообщение с цифрой 7 на номер 3370 или срочно звоните по телефону 8-800-333-5507. Алексей Воробьев ждет вашей поддержки. Итак,
После сегодняшнего подведения итогов зрительского голосования конкурсантов останется уже шестеро. Маша Новикова, Женечка Отрадная и Лешенька Воробьев. А я вижу тут восхитительную работу. Замечательно. Я вначале подумала, что это фотография. Оказывается, это рисунок. Ничего себе. И я этого человека где-то видела. Пожалуйста, Леша, подарки от поклонников. Это уже от поклонников. Это от подарки от поклонников. Фантастика. Да, эту девушку зовут, здесь даже написано, как она подписала. От Танюшки и Настюшки. Девчонки у тебя уже мне свои просто фанаты. Потрясающе. Это. Похож? Похож? Еще как! Как я понимаю, наставники настроены решительно и не пойдут ни на какие компромиссы. Катерина? Вы знаете, судьба хранила до сегодняшнего дня мою команду. И я очень надеюсь, что удача и зрительская любовь не оставят нас и сегодня. Итак, как обычно, на сцене все участники конкурса «Секрет успеха». Катерина фон Гичмин-Вальдек и ее воспитанники. Женя Отрадная. Маша Новикова. Алексей Воробьев. И вновь мы на программе «Секрет успеха». И сейчас мы объявим результаты телефонного и СМС-голосования зрителей. Внимание! В нашем следующем концерте выступит... Алексей Воробьев! Сегодня утром конкурс «Секрет успеха» покинул Владимир Дыбский. После утреннего подведения итогов телефонного и СМС-голосования конкурсантов осталось только шесть. Катерина, пришла ваша очередь представить своего третьего конкурсанта. Я с удовольствием представляю вам самого молодого нашего участника. Встречайте, Алексей Воробьев. Меня лишь восхищает твоя способность делать каждый раз на концерте на 20% больше, чем ты делал до сих пор. Но больше всего я боюсь, что ты примешь первый успех за результат. Я могу помочь тебе в работе, но я не могу выйти за тебя на сцену и показать, каков ты на самом деле. До сегодняшнего дня я только развлекал зрителя. Я очень хочу показать, что во мне есть еще и другая сторона, что я тоже могу чувствовать, любить и могу... нести что-то большее, чем просто развлечение и веселье. Я очень надеюсь, что материал, который я получу на следующий концерт, даст мне такую возможность. Я приглашаю на сцену Алексея Воробьева! Ищу тебя в чужих холодных лицах, я имени не знаю, и все же вновь тебя зову. День пройдет, и сны устанут сниться, и еще прекрасней ты будешь наяву. Лишь надеждой я живу, что встретимся мы наяву, звать тебя, ждать тебя и любить, вот это счастье. Ты ко мне приходишь лишь во сне, но я буду вечно ждать ответа, и шагнешь ты мне навстречу, словно соткана из света. Мир вокруг застынет в тишине, нежно мне шепнешь I love you, за собою позови, я мечтаю о твоей любви. Я боюсь тебя коснуться взгляда, и весь мир наполнен одним предчувствием любви. Я всегда с тобою буду рядом, когда
ты это вспомнишь, меня ты позови. Но пролетят разлуки дни, и мы останемся одни. Знай, что я жду тебя, жду и верю в это чудо. Ты ко мне приходишь лишь во сне, но я буду вечно ждать ответа. И шагнешь ты мне навстречу, словно соткана из света. Мир вокруг застынет в тишине, и ты нежно мне шепнешь I love you. За собою позови, я мечтаю о твоей любви. Я так давно ищу тебя. Не знаю, скоро мы будем вместе. Мир вокруг застынет в тишине, и ты нежно мне шепнешь I love you. За собою позови, я мечтаю о твоей любви. Алексей Воробьев! А сейчас время слов жюри. Ну что ж, Валерий. Не в обиду будет сказано. Это очень сложная песня. И в этой песне очень большой диапазон. Может быть, надо было подобрать что-нибудь полегче, потому что такую песню может спеть очень большой профессионал. По движениям мне не очень нравилось всегда, как двигается Дима Билан. Я сегодня некоторые эти движения увидел у вас. Спасибо, Валерий. Александр, ваше слово. Сегодняшний день репертуарно. Это репертуар для взрослых, это не репертуар для девочек и мальчиков. И здесь нужно было себя, конечно, проявить уже не с точки зрения фа-фа-ля-ля, а с точки зрения музыкантов и певцов, чего вам не удалось сделать. Это не по вам пока размер, это шапочка для вас великовата пока. Мне не понравилось ваше выступление, хотя вы экспрессивный и талантливый человек, о чем я готов повторить. Я очень довольна выступлением Алексея, потому что я убеждена, что его вокальные данные и его потенциал ни у кого на сегодняшний день из наших зрителей не вызывают сомнения. А... Спасибо. И в этой песне мы сосредоточились как раз над тем, чтобы раскрыть его внутренний мир. Дело в том, что эта песня не помогла передать внутренний мир. Мы сейчас говорим о профессионализме. Внутренний мир, как Катя чувствует его. Это мой конкурсант. Это ваш конкурсант, Катя. Тогда вы выражаете свои собственные мысли по поводу того, что вы так чувствуете его внутренний мир. А я его чувствую как режиссер, который поставил столько шоу, сколько вы не видели. Сашенька, я очень надеюсь, что зрители и наше зрительское голосование рассудят. Я благодарен жюри за то, что они подсказали мне, на чем нужно работать. Я буду работать. И спасибо вам большое всем. Напоминаем вам, уважаемые телезрители, если вы хотите проголосовать за Алексея Воробьева, вам нужно прислать смс с цифрой 5 на номер 3370 или позвонить по телефону 8 800 333 5505. Вот такой простой номер. Снова собрались на этой сцене, чтобы подвести итоги телефонного и смс-голосования. Увы, сегодня мы узнаем имя еще одного участника, который навсегда покинет наш проект. Между наставниками началась настоящая война. Катерине фон Гечменвальдек пока единственной удалось сохранить всю свою команду, всех трех участников конкурса. Александру Ревзину и Валерию Меладзе, похоже, это совсем не нравится. Страсти накаляются. Итак, неделю назад от них впервые досталось самому молодому дарованию Алексею Воробьеву. Итак, после сегодняшнего подведения итогов зрительского голосования конкурсантов останется уже пятеро. Участники сейчас наверняка сильно волнуются, но надеются, что их имена не окажутся последними. Давайте на минуту заглянем к ним в комнату ожидания. В прошлый раз меня немножко
так сказать, поругали так на душе хорошо, что прям хочется выйти и расцеловать. Но я надеюсь, что твой пессимизм сегодня не оправдается, все сложится хорошо, и голосование будет в твою пользу. Я надеюсь. Так же, как и в пользу твоих коллег. Обязательно. Очаровательных девчонок. Девчонки, ты мне чего волноваться вообще? Как настроение? Конечно, с таким Лешей куда нам волноваться? Как я понимаю, наставники уже забыли то время, когда они выступали единой командой и теперь превратились в непримиримых соперников. Предоставим им слово. Катерина, ваши ощущения на данный момент? Благодаря зрительской любви и самоотверженной работе наших педагогов Тионы Контридзе и Володи Чинакова, мне действительно удалось сохранить нашу команду в полном составе. Я очень благодарна зрителям за поддержку, но я понимаю, что так не может продолжаться вечно. Поэтому я очень боюсь. Кати очень талантливые ребята, но они слишком молоды для победителей. Им еще надо многому научиться. Итак, как обычно на сцене все участники конкурса «Секрет успеха». Катерина фон Гечмин-Вальдек и ее воспитанники. Женя Отрадная. Маша Новикова! Алексей Воробьев! Валерий Меладзе и его группы! Группа «Королева» и группа «8 марта». Категория от 25 лет и старше. Александр Ревзин представляет. Владимир Сабовский! Все готовы, и сейчас мы объявим результаты телефонного и СМС-голосования зрителей. Внимание! В нашем следующем концерте выступит... Алексей Воробьев. Сегодня утром с конкурсом «Секрет успеха» попрощалась группа «8 марта». В категории группы у Валерия Меладзе борьбу продолжает только один коллектив – «Королева». В категории от 16 до 24 лет – Маша Новикова, Алексей Воробьев, Женя Отрадная. И, наконец, в категории от 25 лет и старше Владимир Саповский. И сейчас своего последнего участника представит Катерина. Мне очень жаль, что мой коллега Ревзин так не уверен в своем единственном конкурсанте, что все время прибегает к самым отчаянным методам агитации. Я же верю, что этот талантливый 17-летний парень из Тулы может победить и без посторонней помощи. Тульчак. Ему для этого достаточно просто выйти и спеть. Встречайте, Алексей Воробьев. Мне было очень важно привести тебя сюда, чтобы ты окунулся в эпицентр этой спортивной борьбы, потому что эта обстановка по накалу очень близка тому, что делаем мы. Но мне эта обстановка и атмосфера это очень близка по духу, потому что я сам был футболистом. Я жил этим. Но настал момент, когда я выбрал сцену вместо футбола. И этот конкурс, эти все ощущения, когда ты стоишь на сцене, очень близки спорту, этому футболу, когда идет борьба, и это жажда победы. В любом деле, вот я тебе скажу сам, как я ухожу на поле, да, в любом деле нужно, во-первых, быть всегда уверенным в себе. Только сильные люди, которые преодолевают какие-то препятствия, просто же ничего не дается. Который преодолевает, может как бы собраться, да, в нужный момент, у кого есть дух, те тогда добиваются каких-то вершин высот. Потому что так просто и легко ничего не дается. Футбол футболом, а если ты выбрал сцену, это тоже, в принципе, своего рода, можно сказать, видом спорта, правильно? Те же эмоции, тот же мандраж, поэтому... Только вперед, Рэй, Борис, двоигрой.
Спасибо, ребята. Не опускай рук. Даже если не получится. Но мы уверены, что получится. Спасибо. Все, давай, Леша, удачи тебе. Спасибо. Все, мы с тобой. Если надо подпеть, подпою. Я приглашаю на сцену Алексея Воробьева. Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. В мире до тебя я так счастлив не быть. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Лепестками белых роз. Я люблю тебя до слез, без ума люблю. Белесной твоей манящей белой кожи, красотой твоей божественных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Это нарушение условий конкурса. Ну что, Леш, будешь петь? Да. Если зрители разрешат, конечно. По условиям конкурса повторное исполнение запрещено. Мы не перепеваем, друзья мои. Ну так это же тяжело. Да, диспетч человек. Ну тогда извините, я думаю, что нам просто надо прерваться. Если у вас претензии к продюсеру, вы имеете полное право мне их высказать, и я готова их принять. Он спел очень хорошо, я им очень довольна. Была техническая накладка, потому что у него урезали кусок, и он пел, у него механическая память включается у артиста, так как он репетировал. Екатерина, займите свое место. Повторного исполнения не будет. Значит, я прощаюсь с вами, не получится, я буду довольна. Я думал, Катя держит удар. Даже в экстремальных ситуациях мы должны ради вас, уважаемые телезрители, и вас, уважаемые зрители, работать, работать и работать. Поэтому мы слушаем мнение оставшихся членов жюри. Валерий, ваше слово. Я не думаю, что есть смысл комментировать что-то. Хвалить парня
навязывать свое мнение, ругать парня, тоже навязывать свое мнение. Пусть зрители сами выбирают, как голосовать за него. Голосовать ли или не голосовать за Алексея. Мне жаль, что Катя настолько эмоционально это все восприняла, но я... Леш, ты должен гордиться таким наставником. Алексей, ты в достаточно сложной ситуации сейчас, в сложном положении. Прояви всю свою политкорректность и скажи достойно, так, как это бы сделал мужчина. Я просто всех поблагодарю, всех сидящих в зале и всех сидящих за залом. За вашу работу и за ваши аплодисменты большое спасибо. Леша! Я думаю, что за тебя будут голосовать, ты этого достоин. Если вы хотите проголосовать за Алексея Воробьева, вам нужно прислать смс цифры 5 на номер 3370. Или звонить по телефону 8-803-333-5505. Алексей Воробьев, ты же артист, улыбнись! Мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня мы в очередной раз подведем итоги телефонного и смс-голосования. Катерина, я очень рад снова видеть вас на вашем привычном месте. Пока вам удалось сохранить всю свою команду, в то время как у ваших соперников осталось только по одному исполнителю. Напоминаю, что после сегодняшнего подведения итогов зрительского голосования конкурсантов останется уже четверо. Давайте посмотрим, какая обстановка царит сейчас в комнате ожидания, где собрались наши участники. Самая молодая, самая многочисленная и не пострадавшая категория. Ребята, ну, это как вот, стучите по дереву, пожалуйста, потому что сегодня день пострадавшая все-таки. Сегодня день предстоит непростой. Как настроение? Отличное. Боевой. Какое еще может быть настроение? Ну что ж, участников осталось мало. И перед тем, как мы объявим результаты голосования, наши конкурсанты исполнят свои песни еще раз. Следующий участник, встречайте, Алексей Воробьев! Подними глаза в рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты? В мире до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы. Сегодняшнего дня наши правила меняются. У жюри больше нет возможности выносить окончательное решение, кому оставаться в конкурсе, а кому покидать наш конкурс навсегда. Теперь судьбу участников будут решать только голоса телезрителей. Как обычно, на сцене все участники конкурса «Секрет успеха». Катерина фон Гетшмин-Вальдек и ее воспитанники. Женя Отрадная.
Маша Новикова. Алексей Воробьев. Валерий Меладзе и группа «Королева». Категория от 25 лет и старше. Александр Ревзин со своим подопечным Владимиром Саповским. Все готовы. И сейчас мы объявим результаты телефонного и смс-голосования зрителей. Внимание! В нашем следующем конкурсе выступит... Вечером мы также встретимся. С Алексеем Воробьевым. Сегодня утром. Итак, с сегодняшнего дня наши правила меняются. У жюри больше нет возможности выносить окончательное решение. Теперь судьбу участников конкурса «Секрет успеха» решают только телезрители. По результатам вашего голосования утром конкурс покинула Маша Новикова. Борьбу продолжают воспитанники Катерины фон Гечмин-Вальдек, Женя Отрадная и Алексей Воробьев. Валерий Меладзе и его группа «Королева». И, наконец, подопечный Александра Ревзина Владимир Саповский. А я хочу пригласить на сцену трех наставников. Встречайте, наше уважаемое жюри. Катерина фон Гечмин-Вальдек. Здравствуйте, Катерина. Добрый хочу вечер. Вас спросить. У ваших конкурсантов сегодня боевое настроение? Как всегда, потому что мы продолжаем оставаться в численном большинстве. Сегодня участники споют по две песни. Интересно, а кто первым вступит в борьбу? Об этом мы узнаем от Катерины. Катерина, вам слово. Вся наша команда не устает удивляться работоспособностью и талантом этого парня, который для сегодняшнего концерта за 3 дня научился стоповать. И сейчас вам предстоит оценить это. Встречайте, Алексей Воробьев. Мы прошли только половину пути, если сейчас ты не бросишь все свои силы на то, чтобы работать в 2 раза больше. Победа тебе не дать, как своих ушей. Потому что я все могу сделать за тебя, кроме того, чтобы выйти на сцену. Больше всего в этой профессии мне нравится выходить на сцену. Поэтому я вместо себя никого на сцену не выпущу в любом случае. Час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять.
за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долг мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Пригласить на сцену Алексея Воробьева, я хочу представить вам замечательного композитора Кима Брейдбурга. Все песни, которые сейчас прозвучат в исполнении наших участников, специально для них написал Ким Брейдбург. А я приглашаю на сцену Алексея Воробьева. Над синим морем паруса, и ветер ревет, бросают волны в небеса, и гонит вперед далекой гавани навстречу. Нас провожал холодный вечер, раскрыла ночь дырявый зонт, и тонет шторма за горизонтом горизонт, и соль на губах, а мы вдвоем летим к рассвету. Навстречу солнечному свету летим. Ты и я и ты. Над волной летим, на крыле мечты. Ты и я и ты. На крыле мечты. Ты и я и ты. Сожжены мосты и слова просты. Ты мнение нашего уважаемого жюри. Александр, что вы скажете? Больше было похоже, конечно, я сейчас говорю как режиссер об образе, больше под загулявшего матросика, который сейчас возвращается на судно. Спасибо. Но, ты замечательно пластичен, хорошо двигаешься, хотя вся твоя пластика похожа, как и то, что ты танцуешь брейк, и то, что ты танцуешь степ, это одно и то же. Это только в разных... Человек, извините, пожалуйста, Катерина, я сейчас выражаю свое мнение. Я это говорю к чему? Что это стиль хореографии, так же, как и вокальный стиль, они все разнятся. На мой взгляд, вам нужно учиться петь. Вы, безусловно, очень одаренный парень. Очень. Я желаю вам всяческих успехов. Спасибо. Как всегда, беспощадный Александр Ревзин. Но настало время выслушать Валерия. Скажите, Алексей, кто жьет, кто вас одевает? Екатерина делала для меня костюм на первый номер и также на второй. Как офицер военно-морского флота, я заявляю, он был одет не по уставу. Следует ли это, что он сейчас будет наказан, Валерий? Я бы очень-очень не хотел бы, чтобы, Катя, ты его захваливала, потому что ты обожаешь своих подопечных, опекаешь. Поэтому, Леш, впереди очень-очень много работы. Пока у меня много претензий, действительно, особенно к окончаниям фраз. Ты не филируешь их, ты не уходишь красиво, понимаешь, бац, и оборвал. Потянул и никак не закончил. А так, то, что касается артистизма, харизмы, все это у тебя есть. Спасибо большое. Среди не очень лестных слов в
все-таки есть и хорошие отзывы. Катерина. Я действительно обожаю своих конкурсантов, поэтому кто-то должен вот жесткой рукой вести их к победе. Я совершенно убеждена, что он сможет стать достойной сменой Саповскому. И я надеюсь, что зрители будут голосовать за Алексея, потому что действительно с таким конкурентом ему сражаться непросто. Но я очень надеюсь, что зрительская любовь и поддержка его не оставят. И сегодня тоже. Поверьте, что Алексей в этом очень нуждается. Ну что же нам скажешь ты, Леша? Знаете, услышав много всего в свой адрес сегодня, я так подумал, ведь как бы вакансия водителя у Катерины еще свободна. Я думаю, я без работы-то не останусь, если что, да? Уважаемые телезрители, если вы хотите проголосовать за Алексея Воробьева, отправляйте смс-сообщение с цифрой 1 на номер 3370 или звоните по телефону 8-803-333-5501. Сделайте это прямо сейчас. Алексей очень нуждается в вашей поддержке. Алексей Воробьев, спасибо. И после сегодняшнего подведения итогов зрительского голосования участников останется уже трое. Давайте посмотрим, какая обстановка царит сейчас в комнате ожидания. Ребята, а что вы делаете? Считаете, мы... кто сегодня вылетит? Да, мы так вот скинулись и решили выгнать еще раз Дыбского. Черный юмор. Да. Правда? Да. А вам кажется, что ему... ушел недалеко, да? Да, ему привычнее как-то. Борьба между участниками накалилась до предела. Давайте спросим у членов жюри, как они чувствуют себя сейчас в предвкушении голосования. Катерина. Очень уверена, и я верю в победу своих конкурсантов. Перед тем, как мы объявим результаты голосования, давайте еще раз послушаем песни в исполнении наших участников. Я приглашаю на сцену Алексея Воробьева. Когда простым и нежным словом ласкаешь ты меня, мой друг. Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Спасибо, Алексей. Спасибо. Я приглашаю на сцену для исполнения второй песни Алексея Воробьева. Над синим морем паруса, и ветер легет, бросают волны в небеса, и гонит вперед далекой гавани навстречу. Нас провожал холодный вечер, раскрыла ночь дырявый сон, и тонет в штормах за горизонтом горизонт, и соль на губах, а мы вдвоем летим к рассвету, навстречу солнечному свету летим. Ты и я и ты, над волной летим, на крыле мечты. Ты и я и ты, на крыле мечты. Веселей! Ты и я и ты, сожжены мосты и слова просты. Ты и я и ты, на крыле мечты.
Спасибо. Спасибо, Алексей Воробьев. Итак, на сцене все участники конкурса «Секрет успеха». Катерина фон Гетчмен-Вальдек и ее воспитанники. Женя Отрадная. И Алексей Воробьев. Валерий Меладзе и его группа «Королева». Александр Ревзин со своим подопечным Владимиром Саповским. Время пришло. И сейчас мы объявим результаты телефонного и смс-голосования зрителей. Внимание! В нашем следующем концерте выступит... Алексей Воробьев! Сегодня утром конкурс «Секрет успеха» покинула группа «Королева». Борьбу продолжают воспитанники Катерины фон Гетчмен-Вальдек, Женя Отрадная и Алексей Воробьев, а также подопечные Александра Ревзина Владимир Саповский. Я приглашаю на сцену трех наставников. Встречайте наше уважаемое жюри. Катерина фон Гетчмен-Вальдек. Добрый вечер, Катерина. Здравствуйте. Борьба напряженная. Как у вас с нервной системой? Вы знаете, все в порядке, потому что мы не только в численном большинстве, но и верим, что зрительская любовь и поддержка не оставит моих исключительно талантливых конкурсантов и в этот раз. Ну что ж, пожелаем вам и вашим конкурсантам удачи. Спасибо, спасибо огромное, Катерина. Спасибо, Алексей. Становится все меньше, а это грустно, это всегда... А мне вообще не страшно с двумя мужчинами. На самом деле жалко, что девчонок больше с нами нет. Остается только Женька, но она замужем, а поэтому я... как-то... Прости. И Ленка. Прости, я не заметила. Ну, из конкурсантов, конечно, только Женя. Сегодня конкурсанты опять споют по две песни. И первыми вступят в борьбу воспитанники Катерины. Кто это будет? Катерина, вам слово. Теперь у туликов, известных на весь мир своими самоварами, пряниками и оружейниками, есть еще один повод гордиться. Это Алексей Воробьев. Вы знаете, мне мало моего умения и моих навыков, как бы, когда я выхожу на сцену. Мне хочется, как бы это привнести еще все актерски. То есть, когда я выхожу, я могу спеть, а кто могу тебе, сыграть. Кто тебе мешает? Кто тебе мешает? Привносить. Неумение. А не учись. А-а-а. Учись свет, не учись тьма. Есть так вот мы за этим сюда и приехали, чтобы как вы как бы могли что-то подсказать. Не, ну, надо просто учиться. Вообще, я должен тебе сказать, что можно добиться чего-то, если только ты будешь вкалывать и работать всю жизнь с утра до вечера. И это тебе, это будет станет твоей, то есть, содержимой идеей. Тогда ты, может, чего-нибудь добьешься. И будет голос, ария, и это все, так сказать, мы много раз видели. Но вообще это уже сейчас не проходит у нынешнего зрителя. Чему нужно, чтобы были пританцовочки? Пританцовочки у меня тоже есть, я умею тоже. Да, ну замечательно. Ты же уже пританцовочки уже есть. На баяне ты играешь, да? На аккордеоне. На аккордеоне ты играешь, поешь, уже немало. Уже, да, что-то есть. Да. Дальше. Я когда выхожу на сцену, я это несу, как бы, вот как я, Алексей Воробьев. Я выхожу и пою, как обычный простой парень Алексей Воробьев. Может быть, нужно играть какого-то другого человека. Но это зависит от того, что ты поешь. Если ты поешь песню тульского паренька, которому 17 лет, то не перевоплощаться не надо. А если ты поешь Бориса Годунова, я, к примеру, говорю, то, конечно, надо перевоплощаться. Значит, а если ты поешь, предположим, какую-то хулиганскую блатную песню, туда тоже надо перевоплощаться в блатнягу там, и так далее. Или, значит, наоборот, если ты поешь арию Ромео, то это другое, ну и так далее. Понятно. Так что, естественно, надо перевоплощаться, но для того, чтобы перевоплощаться, надо уметь играть, надо учиться актерскому мастерству. Если спросишь меня, где, возможности сейчас миллион.
Хвастать, милая, не стану. Знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне да люди скажут, сердцем чистый не спеси. Или я в масштабах ваших, ай, недостаточно красив. Мне входить не унывая, ай, мимо вашего села. Но только стежка полевая к вам навеки привела. Ничего не жаль для милой и для друга ничего. Так чего ж ходить вам мимо, ай, мимо взгляда моего. Я работаю отлично, премирован много раз. Только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье, ай, в 9:40 на кино. Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен. Я тоскую по соседству и на расстоянии. А без вас я как без сердца, жить не в состоянии. Кстати, спасибо. В зале присутствует отец Алексея Воробьева, который от всей души отеческой болеет за своего сына. Здесь еще и мама моя, и сестра еще даже. И мама, и сестра. Ну, а сейчас я хочу вновь предоставить эту сцену Алексею Воробьеву. Знаю, счастье не приходит дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодном просыпаюсь, боль в груди. Мне не дает забыть прощальные объятия. Последний крик любви, последнее прости. И тело нежное твое под летним платьем. Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода. Поезд мчит меня в сибирские морозы. А за окном все так же стонут провода. И поезд мчит меня в сибирские морозы. Я не забуду тебя никогда. Твою стону провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы. Спасибо! Алексей Воробьев!
Я с удовольствием приглашаю на сцену наставника Алексея, Катерину фон Гетчмин-Вальдек. Разделить успех. Спасибо, но мы должны выслушать мнение нашего многоуважаемого жюри. Валерий, начнем с вас. Первая песня звучала прекрасно, но во второй песне было нехорошо. Искренне сочувствую Владимиру Кузьмину, и, Лёш, я бы не хотел бы, чтобы ты когда-нибудь пел мои песни. Александр, вам слово. Естественно, если их будет петь Саповский, Валера, это безопаснее для твоей карьеры. Ты прав. Я тебя умоляю, Катя. Для моей карьеры не опасно ничто. На войне, ничто. Как на войне, Валер. Опасно только, если я закончу петь. Больше ничего. Скажи, пожалуйста, ты когда закончил школу? Обычную школу я закончил в этом году, 11 классов. Музыкальную закончил 2 года назад, естественно. Понятно. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? Что ты собираешься? Ну, естественно, я собираюсь становиться артистом. Каким способом? Слушаю ваши советы. Если бы ты слушал мои советы, ты бы уже был бы им. Пока ты слушаешь советы Кати, поэтому у тебя длинный путь. Но... Ты сейчас играешь в высшей лиге. Вокалистов в училищах практически не учат. У нас нет училищ, в которых учат петь мальчиков 17 лет. В консерваторию принимают вокалистов с 25 лет. Ты абсолютно одаренный музыкант. Пока ты поешь частушки, ты очень в этом органичен. Как ты только берешь серьезную музыку, пока для тебя это, на мой взгляд, сложно. Ты очень нравишься публике, и это нормально. Но музыка, а особенно вокал, это такая же профессия, как и все остальные. Этому надо учиться. Ну, похвала из уст Александра Ревзина стоит и его же пожурение. Что ответит Катерина? Вы знаете, я понимаю, что мои коллеги отлично знают, что если 39 человек говорят, что им нравится, в памяти остается тот один, который сказал, что ему не нравится. Сейчас их двое, у них более сложная задача. Но если говорить серьезно, то мне кажется, что... Что мы должны восторженно хлопать, если это было плохо, Катя? Ну что ты... Я не собираюсь его давить. Я не собираюсь... Мне нечего уже защищать, понимаешь? Я не поэтому говорю. Это плохо. Что ты портишь мальчика? Хвалишь, когда плохо. Он играет на всех инструментах. Он замечательно двигается. Без сомнения, он необыкновенно одарен, но он здесь для того, чтобы учиться. Если вы, зрители, дадите ему шанс оставаться и дальше на этом конкурсе, я думаю, что он вас не подведет. И поет он с каждым разом все лучше и лучше. Это невозможно не заметить, Саша. Слово Алексею Воробьеву. Катерина правильно сказала, я здесь, чтобы учиться. Я благодарен членам жюри за то, что они как-то подсказывают и как-то наталкивают нас на новые размышления и на новую работу. Я благодарен всем, кто сидит в этом зале, кто смотрит нас. И спасибо вам за поддержку огромное. Если вы хотите проголосовать за Алексея Воробьева, отправляйте смс с цифрой 1 на номер 3370 или звоните по телефону 8 803 333 5501. Спасибо. Алексей Воробьев, Катерина фон Гетчмин-Вальдек. Конкурс подходит к своей завершающей стадии, потому что сегодня у нас останется только 2 участника. Я представляю, что сейчас чувствуют наши исполнители. До объявления результатов остались считанные минуты. Давайте заглянем в комнату ожидания. Владимир Саповский, Женечка Отрадная, Лешенька Воробьев и Елена Воробьев.
построились к финальному отчету о состоянии. Ребята, как себя чувствуем перед оглашением результатов? Пожалуй, самые ответственные сегодня и самые нервные, наверное. Да. Страшно. Страшно. Никогда. А я промолчу. Мне так страшно. Очень страшно. Очень. Собраться не могу, Паня. Мы на самом деле очень волнуемся. Уже вот несколько дней. Я вот, у меня даже... Я места себе не нахожу. Да. Я. А я не могу найти место Саповскому никак уже. Мы с ним вместе, когда заходим, и вот никак все. Вы себя уже нашли, ребята? Свое место нашли на конкурсе «Секрет успеха». Я думаю, что вы все трое достойны занять место на нашей эстраде. Я очень надеюсь, что вот если верить в чудеса, то все останутся. Может быть, еще и кого-то вернут, если верить в чудеса. То есть еще нам четвертого кого-то обратно. Зачем четвертого? 21-го все будем. Снова вместе. Все. Хотелось бы узнать, что сейчас чувствуют наши наставники. Напомню, что Валерий Меладзе у нас стал совершенно свободен после того, как группа «Королева» покинула конкурс. Но остался беспристрастным и по-прежнему объективным членом жюри. Валерий, вот скажите, что вы сейчас чувствуете внутри себя? Неделя прошла в слезах, и вот только сегодня утром немножко наступило облегчение. Потому что я подумал о том, что в таком же положении, как я, смогут оказаться мои коллеги. Но не все, Валера. Мне твое положение не грозит. Ох, Катерина, как вы себя чувствуете? Кто вылетит, по вашим прогнозам? Вы знаете, я предпочла бы, чтобы вылетел Ревзин, но это вряд ли удастся организовать сегодня. Но если кто-то из моих конкурсантов сегодня покинет конкурс, это будет значить только то, что он станет звездой на неделю раньше. А, Александр, ну, говорите. Вот Валера сказал о том, что он плакал всю неделю, а мне и сейчас слезы мешают говорить. Мне так жалко Катю. Итак, судьба конкурсантов теперь только в руках наших телезрителей. И перед тем, как мы объявим результаты голосования, давайте еще раз послушаем песни в исполнении наших участников. Я приглашаю на эту сцену Алексея Воробьева. Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне да люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших, ай, недостаточно красив. Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии. И веселей! Я приглашаю на сцену Алексея Воробьева. Я не прошу судьбу вернуть тебя ко мне. Я знаю, счастье не приходит дважды. Плыву по ветру, но река моя в огне. А я всего лишь парусник бумажный. В поту холодном просыпаюсь, боль в груди. Мне не дает забыть прощальные объятия. Последний крик любви, последнее прости. И тело нежное твое под летним платьем. Я не забуду тебя никогда, твою любовь.
сибирские морозы. А за окном все так же стонут провода, и поезд мчит меня в сибирские морозы. Алексей Воробьев! Спасибо! Спасибо, Леша! Сцене наши оставшиеся участники конкурса «Секреты успеха». Катерина фон Гечмин-Вальдек и ее воспитанники. Женя Отрадная. И Алексей Воробьев. И Александр Ревзин со своим подопечным Владимиром Саповским. Сейчас мы объявим результаты телефонного и СМС-голосования зрителей. Итак, сегодня вечером на сцену выйдет... Владимир Саповский. И в нашем конкурсе остается... Так решила судьба, в частности, вы, уважаемые телезрители, и сейчас Алексей покидает нашу сцену в рамках нашего конкурса «Секрет успеха». Катерина. Вы знаете, любого из моих воспитанников потерять мне было одинаково тяжело. Но за Алексея я, может быть, волнуюсь гораздо меньше, чем за Женю. И... я хотела, чтобы мы сегодня не проводили финалиста, а поприветствовали рождение настоящего артиста Алексея Воробьева. Алексей, я смотрю, ты расстроен очень. Я тебе хочу сказать, что на самом деле сейчас для тебя начинается новая жизнь в российском шоу-бизнесе. Улыбнись и скажи что-нибудь. Давай, так, Леша. Так, чтобы все поняли. Ты говоришь «здравствуйте». Здравствуйте. Я благодарен всем педагогам, которые работали со мной это время, за то, что они терпели меня и за то, что вырастили из меня что-то хорошее, я думаю. И что-то достойное выходить на сцену и радовать вас, дорогие зрители. Я благодарен всем вам за поддержку, благодарен за то, что я прошел до финала. Я еще покажу себя. Ну что ж, Алексей, эти аплодисменты тебе. До встречи! Алексей, спасибо тебе огромное за твое достойное выступление. А насколько это было достойно, мы сейчас посмотрим вместе с телезрителями. Твой путь на проекте «Секрет успеха». Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Воробьев Алексей. Откуда вы, Алеш? Из Тулы. Большое спасибо, огромное просто спасибо.
жюри за то, что разглядели, за то, что заметили. Лепестками белых роз. Спасибо, я говорю да. Ну, у нас такие, говорит, сотни. Ты, Леша, извини, конечно. Ну, сказали, ладно, и ступай с Богом, сказали. Ты молодец, иди. И я прошел. Клево. Только вернуться снова на небо не было больше сил. Сами реально не знаем, что делать вообще. Мы еще пока. Петь или домой идти. Такой, как все. У тебя такая же прическа. Да, ты так же покрашен. И ты обычный блондин, обычный русский мальчик. Стало вдруг темно, я погиб. Но именно поэтому мы тебя берем в нашу команду. Серьезно? Ну вот видишь, все хорошее, к сожалению, заканчивается. Пришла пора прощаться. Но ненадолго. До завтра. То, что ты остаешься в моей команде. Я остаюсь? Да. Новые города. Не, Леха, может быть, все, убита атмосфера. Может быть, ну не надо, ну не включай раньше времени. Да, спокойно. Я слышу, я вижу, что она хочет, но иногда это не получается, это начинает немного злить. То есть, когда понимаешь, что от тебя нужно, но не можешь этого сделать. И на деревьях пожар. А с танцами-то это... Там все... просто. Просто? Да. Спасибо тебе большое. Итак, участников осталось двое.